после продолжительной тишины мы снова рады приветствовать вас, дорогие друзья! Всем привет! В этом году у нашей школьной телестудии новый состав. Позвольте вам представить нашего нового ведущего Айсена. Спасибо. И, конечно, хоть и поздно, мы спешим поздравить вас с началом нового учебного года. В сентябре порог нашей гимназии переступили наши первоклашки. Первый А, классный руководитель, Максимова Наталья Михайловна. Первый Б, Алачихонова Елена Яковлевна. И первый В, Черкашина Ульяна Ильинична. Давайте поздравим наших первоклассников с первым долгожданным учебным годом. Но не стоит забывать наших ветеранов, тех, кто дошел до победного конца. А именно, физико-математический 11 А, социально-экономический 11 Б, биолого-химический 11 В и их бессменных уважаемых руководителей Ануфриева Павла Иннокентьевича, Сергучеву Ирину Клементьевну и Никонову Надежду Егоровну. Желаем им удачи в последнем учебном году и успешной сдачи экзаменов. Осталось совсем чуть-чуть. Мы вас верим! Новый учебный год богат и учителями. Мы рады приветствовать в нашей гимназии нового социального педагога Турчину Ульяну Ильиничну, учителя истории, обществознания и ОБЖ, Семенова Евгения Евгеньевича, учителя физической культуры и руководителя нового скаутского клуба гимназии Спиридонова Максима Мартовича и тренера по шахматам Луковцеву Александру Михайловну. 22 сентября состоялись традиционные осенние праздники. Ярмарка «Кюмискюгинбеляхтере», конкурс танцевальных флешмобов «Мы за ЗОЖ» и осенний бал. Ну а теперь предлагаю поподробнее рассказать вам про них. Ярмарка «Кюмискюгинбеляхтере» прошла в традиционной форме, где принимали участие с 1 по 11 классы. Стоит отметить, что с каждым годом разнообразие блюд становится больше, что очень сильно нас радует. Не менее важной частью мероприятия является конкурс танцевальных флешмобов, посвященный ЗОЖ, где приняли участие все классы старшего звена. Каждая из команд показала свое индивидуальное, яркое, незабываемое выступление. А теперь итоги в студию! Пожалуй, мы начнем с третьего места. Третье место досталось нашим новичкам старшего звена, 8 Б-классу. Классный руководитель Илларионова Венера Илларионовна. Второе место занял коллектив 9 Б-класса, классный руководитель Крылова Татьяна Леонидовна. И на высшую ступень пьедестала поднялся коллектив 11 А-класса. Классный руководитель Ануфриев Павел Иннокентьевич. Поздравим победителей. Наконец, мы подошли к самому долгожданному, волнительному моменту всего мероприятия. Король и королева осеннего бала. Для поддержания интриги мы сейчас подробно опишем то, как происходит мероприятие и что является его главной целью. Осенний бал – это одно из самых главных событий года, которое все гимназисты старшего звена ждут с трепетом. Ведь традиция выбирать короля и королеву зарождена еще в 2013 году. А в этом году, по итогам голосования, почетный титул короля и королевы осеннего бала 2018 года получают Дючковская Дора из 11 Б-класса и Сивцев Павел из 10 Б-класса. Юху! Поздравим, ребят, и перейдем к следующей теме. Как вы, разумеется, уже заметили, наша столовая сильно преобразилась. Это подарок от выпускников нашей гимназии. Украсила столовую талантливая художница Игнатьева Каидана, известная своими произведениями на зданиях. А 22 сентября она посетила гимназию, чтобы побеседовать с учениками. В конце сентября закончились всероссийские спортивные соревнования школьников, президентские состязания, участниками которых стали ученики нашего нынче 10 А-класса. Соревнования проходили в селе Сукко города Анапа во Всероссийском детском центре «Смена», где ребята не только усердно готовились, но и обзавелись новыми друзьями и хорошо провели время. Наши воспитанники, благодаря упорным тренировкам и сильной поддержке со стороны учителей, родителей и, конечно, тренеров Татьяны Леонидовны и Натальи Михайловны, прошли финал теоретического конкурса и стали победителями творческого этапа состязаний. Поздравим ребят с победой! День учителя издавна является способом выразить благодарность своим преподавателям. Так, 4 октября наши ученики поблагодарили учителей многочисленными подарками и открытками. Администрация, в свою очередь, устроила целый концерт, где участвовали творческие коллективы гимназии.
Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним. И все с любовью величают вас именем простым. Учитель, кто чего не знает, простое имя это, что светом знаний озаряет живую всю планету. Мы с вас берем свое начало, вы нашей жизни цвет. И пусть года как свечи тают, нам не забыть вас нет. С прошедшим праздником, дорогие учителя! Спасибо вам за все ваши знания, что мы получаем с первого класса и по сей день. Мы любим вас! 10 октября стены нашей гимназии радушно встретил почетных гостей из Кореи, а члены совета старшеклассников провели для них экскурсии по зданию Якутской городской национальной гимназии. И они познакомились с нашей историей. Наши гимназисты показали гостям национальный колорит нашей необъятной республики. На сцене перед ними выступали самые талантливые ученики и ученицы ЕГНГ. В общем, гости остались довольны и отметили, что наши гимназисты выступают на международном уровне. И на этом у нас, кажется, все? Да, до свидания. Спасибо за просмотр. Увидимся после школы лидеров.